زيارة أحد. Посещение горы Ухуд. زيارة أحد ليست على الزيارة هذه التي يصنعها بعض الناس من صعود جبل الرماح. Это не является посещением таким, как делают некоторые люди, вот которые поднялись на гору Стрелков. هذا الصعود لم يصنعه السلف. Ничего подобного, то есть вот таким вот образом праведный предшественник не поднимались на эту гору. صحيح هذه المنطقة حدث فيها ما حدث في أحد. Да, нет сомнений в том, что в этой местности произошло то, что произошло, то есть события при Ухуде. Во-первых, сюда приходят только мужчины, а не женщины. И посещают они шахидов, то есть которые находятся вот там кладбище, шариатским посещением. Нельзя выходить в путь ради посещения могил шахидов при Ухуде. حتى يتذكروا الآخرة. Они приходят к могилам для того, чтобы вспомнить о судном дне. يدعو لهم وللأموات بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. Он делает дуа за себя и за умерших, как это пришло от пророка صلى الله عليه وسلم. أما صعود الجبل. Что касается того, что люди поднимаются на гору. الذين يبيعوا الآن هنا يبيعوا الأشياء للناس. Или те, которые продают здесь какие-то вещи людям. يقول هذه الأعشاب هي عشبة مريم. Говорят, эта трава называется трава Марьям. يقول مريم هذه العشبة هي بسببها أنجبت عيسى عليه الصلاة والسلام. Говорят, что по причине этой травы Марья, мать Иисуса, родила Иису عليه السلام. فالتي ليس لديها ولد تأخذ هذه العشبة. И поэтому та, у которой нет детей, приходит сюда и покупает эту траву. كذب. Все это ложь. تجارة. Просто торговля. لا يمكن نصنع هذه الأشياء. Ничего подобного делать нам нельзя. الله سبحانه وتعالى من علينا ب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. Всевышний Аллах проявил к нам милость, послав пророка саллаллаху алейхи. لا يمكن أن نعيد هذه الأشياء الجاهلية. Поэтому нельзя нам возвращаться к этим вещам из джахилии. نعظم القبور. Возвеличивать могилы. نتمسح بها. Обтереться о них. هذا أحد لا يغني عن أحد شيئا. Этот Ухуд ничем, никому ничем не может помочь. هنا في هذا المكان شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام. В этом месте пророк صلى الله عليه وسلم был ранен и выбили ему зуб صلى الله عليه وسلم. فكيف نتمسح بهذا الجبل؟ А как тогда нам какая польза от этой горы? Он же его не оберег. لا يمكن أن نتمسح بهذه الأحجار. Поэтому мы не имеем права тереться об эти камни. نعظمها. Возвеличивать их. نعظم الله سبحانه وتعالى. Мы должны возвеличивать Всевышнего Аллаха. والله أعلم.